соскучилась. И я. Пойдем в ванную вместе? Да. Я первая, мне нужнее, я в школу опоздаю. Мне тоже в школу, младшим нужно уступать. Нет, старшим тоже нужно уступать. Хорошо, без света получится? Только попробуй еще хоть раз мне свет выключить. Тогда я маме расскажу, что ты двойку за контрольную получила. Ладно, только ты недолго, а то я маме расскажу, что ты сериал полночи смотрела. Ладно, пару минут. Линечка, ты наконец-то собралась, а я уже тут пирог спекла. А то я думаю, что так вкусно пахнет, а это пирог. Вау, какой красивый. Садись за стол, сейчас будем кушать. Диан, такой вкусный пирог, молодец. Спасибо, я рада, что он тебе понравился. Нормально так ты уже ешь, ну быстро и мне завтрак приготовь. Сама себе готовь, руки есть большие, сильные, вот и готовь. И что, вот это вот так сложно было помочь сестре погреть молоко? Да, сложно. Подай сухой завтрак. Не подам, это мой, свой бери. Мой закончился. Ладно. А что так мало, как кот наплакал? Ну ладно. А так не мало? Как дела? Как день в школе прошел? Все хорошо. Ходили на экскурсию, чуть-чуть устала, а еще надо домашку сделать. Так, а я тебе могу помочь, так быстрее будет. Правда? Спасибо. Смотри, здесь будет «ык», «ык», правильно? Угу. Давай, записывай. Угу, давай. Вот, смотри, как красиво получается. Ло-ло-ло. Угу, правильно. Ла-ла-ла. Угу. Лу-лу-лу. Молодец. И-и-и. Все. Все правильно. Спасибо, с тобой интереснее и быстрее. Да не за что. Ладно, пойду свою домашку делать. Так давай я тебе помогу. Спасибо, отдыхай уже. Я сама все сделаю. Тебе мои задания будут тяжелыми. Ну хорошо, если что, зови. Ага, хорошо. Диан, помоги мне решить задачку по математике. Чё? Я свои не решаю, то твои еще буду решать. И вообще, брысь отсюда, не дыши у меня в комнате своей малявочкой. Мам, а Диана не делает уроки и сидит, дурака валяет. Вот зараза, ну быстро выходи из моей комнаты, чтоб больше я тебя тут не видела.
Лилия, не хочешь со мной прогуляться, собачку выгулять? Иду, иду, подожди меня. Лиля, хватит шпилить свой Роблокс, иди лучше собаку вон выгуляй. Не пойду, сама иди, там темно и холодно. Все с тобой ясно, ладно. Все, Джесси, сама выгуляешься. Давай. В такую темень и холодрыгу выставили меня, как собаку какую-то. И что мне теперь тут делать? Яночка, помоги мне, пожалуйста, расплести косички. Зачем? Мы же их так долго заплетали. Тебе так с ними красиво. Ну, мне они уже надоели мешать. Я уже хочу новую причесочку. Ну, ладно, хорошо. Так, Лиль, смотри, я специально не расплетала вот эти вот две косички. Из нее мы сможем заплести один вот такой вот колосок. И будет такая прикольная оригинальная прическа. Давай? Угу. Все, давай. Вау, как красиво. А можешь мне почитать сказочку перед сном? Ну, конечно, могу. А кому тоже нравится Лилин пушистик, ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких. Красота. Да. Вынырнули мокрые, задыхающиеся мышата. Отползли в сторону и, наконец, оказались на сухой земле. Сидят злые, сушатся на солнышке. А кот побежал еще один раз вокруг дома и скрылся за дверью. Смотрят мышата по сторонам, думают, соображают. Что бы такое этакое устроить этому ненавистному коту? Ты не видела мой планшет? Видела, он у меня, а что? Это мой планшет, возвращай! Не могу, я фильм смотрю. А какой? А можно мне с тобой? Он не страшный? Не-не, ты что, не страшный? Мало ли, что я там говорила. Спокойной ночи, сладких снов. Побольше Вере мне надо. Фу, блин, зачем я его смотрела?